Всем привет, дорогие друзья! С вами Макс. Сегодня я отвечу на ваш важный вопрос. Как исправить наушники, если они начали плохо звучать? У меня Sennheiser CX200. Кстати, шикарные просто наушники. Всем рекомендую. И стали очень тихо работать. Немножко где-то пропали басы. Вот. И эта проблема не в самих наушниках. Они забились ушной серой. И мы должны сегодня это все дело исправить. Для начала мы очистим иголкой по краям. Если вы заметите, видите, сколько грязи. Это все ушная сера. Видите, да, сколько ее? Сеточку вы не почистите иголкой, потому что она слишком мелкая. Теперь берем перекись водню. Наливаем в крышечку на пару миллиметров. И окунаем наши, вот так вот, вмакиваем, промакиваем наши наушники. Дело в том, что перекись водорода полностью уничтожает, растворяет, скажем так, вот ушную серу. Вот окунули в перекись водорода. И вот так вот оставляем минут на 10. Прошло еще 10 минут. Вот мы уже очистили все наше дело. Теперь просто обязательно постучите. Зачем постучать? Чтобы вытрясти вот это все, что растворилось. Видите, как чистенькая такая, прозрачная. Видно отверстие. Все, одеваем наши амбушюрочки. Вот такие вот. И проверяем, насколько качественнее стало звучание. Ну что ж, друзья, я проверил. Звучание стало намного лучше. Более басы отчетливо стало слышно. То есть вообще просто супер. Вот что значит правильно их почистить. Надеюсь, вам это видео оказалось полезно. Этот лайфхак. С вами был Макс. До новых встреч. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока.